Али приехал в Самару учиться по обмену из Египта. В будущем он планирует стать хирургом. В городе на Средней Волге ему очень нравится. Хотелось бы продолжить обучение. Для этого есть обязательное условие – вакцинация. У нас в Египте есть много. Например, Спутник V есть тоже. У нас Джонсон, у нас Стразика. Я читаю много на интернете, поэтому Спутник – это очень хорошо. Один раз. И очень важнее сюда, потому что я в России много читаю о Спутник. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции для иностранных граждан в регионе начали работу с 12 октября. Прививки иностранцы могут сделать либо за свой счет, либо за счет средств работодателей. Вакцинация это является на данный момент единственным способом побороть коронавирусную инфекцию. Нам необходимо создать надежную иммунную прослойку, и вакцинация иностранных граждан тоже является важным моментом в достижении этого критерия. Пройти вакцинацию иностранцы могут в трех пунктах. Два из них открылись в Самаре на Кабельной 13А и на Новосадовой 311, а также один в Тольятти. Время работы пунктов с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Вакцинация проводится спутником Light. Иностранным гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Сделать прививку от коронавируса может гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам, указанным на экране. Мария Левина, События.